Здравствуйте, это «Рынки», в студии Алевтина Пинкальская. Самый популярный вопрос российских инвесторов о блокировке иностранных акций мы зададим в прямом эфире генеральному директору СПБ биржи чуть позже, но прямо сейчас краткий обзор того, что происходит на мировых рынках. Торги на Мосбирже открылись в минусе, рублевый индикатор в текущей минуте теряет почти 1,5%, и даже долларовый РТС в минусе чуть менее чем на 0,5%. Евросоюз смог договориться по 6-му пакету антироссийских санкций, правда, не в том виде, в котором грозили сделать это изначально, но все же достаточно серьезные ограничения на российскую нефть будут наложены. Глава Евросовета заявил, что эмбарго, что этот запрет немедленно охватит порядка 2/3 импорта нефти из России. Но из-под эмбарго вывели поставки топлива, нефти по трубопроводу «Дружба». А на этом исключении настаивала Венгрия. Это был основной камень преткновения. Нефтяные котировки, ожидаемо, на эти новости отреагировали ростом. В моменте июльские фьючерсы на Brent дошли до отметки в $124 за баррель. Нефтегазовый сектор на Мосбирже также ожидаемо сегодня в лидерах снижения, теряет около 2%. К слову, «Газпром» сегодня заявил о приостановке поставок топлива в Нидерланды. Эта страна ранее отказалась платить за российское топливо по новой схеме. А также в минусе на Мосбирже сегодня финансовый сектор. 6-й пакет антироссийских санкций предусматривает блокировку системы SWIFT для Сбера. Но в целом это решение было ожидаемым, не раз его анонсировали, так что стоит рассчитывать, что банк подготовился к такому исходу. Рубль тем временем сегодня продолжает укрепление. Доллар на Мосбирже торгуется ниже 62 рублей. Евро также около отметки в 62 рубля 90 копеек. И с сегодняшнего дня российские инвесторы больше не могут распоряжаться частью иностранных ценных бумаг в своем портфеле. Кто-то больше доли, кто-то меньше. Такое решение принял ЦБ, и касается оно тех бумаг с американским листингом, которые хранятся на счетах НРД, Национального расчетного депозитария. С НРД работает СПБ биржа. 1 июня бумаги будут переведены на неторговый счет. Это значит, что никакие операции с ними совершать будет нельзя, но право собственности, право владения останется у российских инвесторов. По оценке СПБ биржи коснется это примерно 14% всего клиентского портфеля в денежном выражении. Полный список акций, попавших под ограничение, уже опубликован. В нем порядка 1000 ценных бумаг. И даже проще сказать, кто туда не попал. Во-первых, это эмитенты, работающие в России, Хантер, Яндекс, Озон, Циан. И при этом в список не вошли акции Apple, Tesla, Moderna и Virgin Galactic. Подробнее об этих ограничениях и о том, что волнует сейчас инвесторов, обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Роман Гуринов, генеральный директор СПБ биржи. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, чтобы сразу вот прояснить все вопросы, можете вкратце рассказать схему работы СПБ биржи с депозитариями и когда проблемы появились с одним из этих депозитариев? Ну, схема работы СПБ биржи достаточно стандартная. Наш расчетный депозитарий Best Efforts Bank, который в скором времени будет называться СПБ банк, имеет несколько мест хранения иностранных ценных бумаг. Одним из мест хранения является НРД. И, соответственно, вот ограничения, которые вводятся сейчас, они касаются только тех бумаг, которые мы хранили в НРД. Но при этом никаких новостей существенных не произошло. Мы все знаем, что мост между НРД и Евроклиром уже достаточно давно не работает. Но единственное, что поскольку у Best Efforts Bank используют так называемый открытый способ хранения, то есть он не распределяет непосредственно бумаги те или иные по депонентам, по местам хранения. Соответственно, вот часть бумаг, которая хранилась в НРД по желанию ряда участников, целиком хранилась в НРД, и тогда по ним они были переведены на неторговые разделы несколько ранее, а часть бумаг, она находилась нераспределенной по участникам рынка. И, соответственно, вот сейчас по предписанию Банка России мы распределили их по участникам и, соответственно, выводим их из обращения. То есть это значит, что все оставшиеся бумаги, они свободны от обременения и продолжают торговаться и обращаться так, как обращались. А те бумаги, которые находятся в НРД, в настоящее время полностью локализованы и, соответственно, по ним операции будут ограничены до момента, пока не
прояснится ситуация с работоспособностью моста НРД Евроклир и возможностью выводить эти бумаги вовне для проведения операций с внешней ликвидностью. Роман, правильно понимаешь, что какие-то бумаги какого-то эмитента могли, например, полностью храниться на 100% в НРД, а какие-то бумаги, например, только на 20% в НРД, а 80% в других депозитариях, правильно? Да, абсолютно точно, да, и поэтому вот та цифра, которую мы называли примерно 14%, это общая оценка, но в зависимости от эмитента она может колебаться от 0 до 100%, как вы сказали, ряд наиболее ликвидных бумаг, в принципе, не подпадают под необходимость их отделения, просто потому что их в НРД в принципе не было. Хорошо, да, Роман, популярный вопрос от инвесторов. Читал я сообщения на разных форумах, обсуждениях. Проблемы с Евроклир появились давно, но торговать бумагами мы все же могли. Почему сейчас их заблокировали или все же кто-то не мог? Ну, как я уже попытался пояснить, наверное, давайте еще раз попробую более четко сформулировать. Действительно, проблема возникла достаточно давно, но часть участников у нас самостоятельно выражали желание хранить бумаги в НРД, и поэтому по ним было достаточно понятно и просто, как их отделить, что мы, собственно говоря, сделали уже несколько ранее. А часть бумаг, они были не распределены по участникам, просто потому что процедура учета в Гастфорцбанке не предполагает такого разделения. И, соответственно, просто поскольку была надежда и вера в то, что ситуация с Евроклиром, она в разумные сроки разрешится, поскольку мы пока не видим никаких правовых оснований, чтобы Евроклир не проводил транзакции по выводу бумаг со счета НРД, но тем не менее они не проходят. Соответственно, поскольку стало понятно, что проблема она пока не решается, то было принято решение Банком России, бирже, участниками, что необходимо эти бумаги полностью отделить, чтобы у инвесторов была уверенность в том, что когда они покупают бумаги сейчас на бирже, они покупают свободные от обременения бумаг. Бумаги, что, собственно говоря, в принципе, не было варианта оставить вот такую же ситуацию, то есть оставить также нераспределенным, оставить такой же статус, который был и до этого. Нет, вот все остальные бумаги, то есть теперь, как бы, когда вы будете покупать бумаги на СПВ-бирже, у вас будет твердая уверенность, что вы покупаете бумаги, которые не обременены никакими там евроклирами и другими депозитариями, все будет работать. Роман, тогда вот вопрос сразу, мне кажется, логично вытекает. Если появились такие проблемы с Евроклир, могут ли возникнуть аналогичные проблемы с другими депозитариями? Ну, мы сейчас живем в мире, когда иногда происходит то, чего не может быть. Вот, поэтому, в принципе, наверное, сейчас очень сложно прогнозировать, могут быть какие-то проблемы или не могут. Но мы можем констатировать на текущий момент, что все остальные депозитарии у нас работают четко, выполняют свои обязательства, и поэтому никаких других проблем мы не ожидаем. Хорошо, Роман, еще тоже очень популярный вопрос по поводу дивидендов. Все интересуются, как они будут выплачиваться. Будут ли они выплачиваться по той части акций, которая не разблокирована, как это все будет выглядеть? Да, одним из преимуществ этого решения является то, что по тем бумагам, которые не переведены на неторговые разделы вне НРД, мы через какое-то количество времени после технологической подготовки сможем выплачивать дивиденды в полном объеме. Поэтому по тем бумагам, которые в НРД до момента, пока Евроклир не дает это делать, дивиденды не будут выплачиваться, а по тем бумагам, которые вне НРД, по ним будут выплачиваться дивиденды. Роман, да, тогда вкратце, вот если можно, последний вопрос хотел задать, если можно, да, ответить на него. Вот вы сегодня видите какую-то необычную активность инвестора, возможно, по продаже каких-то акций, что такое необычное сегодня после объявления этого решения? Ну, пока мы еще ничего не видим, потому что торги откроются чуть-чуть позже, собственно говоря, для проведения вот технологического разграничения бумаг было принято решение сделать это тогда, когда американский рынок закрыт, вчера, собственно говоря, для того, чтобы, во-первых, биржи и участники подготовились, а во-вторых, чтобы до инвесторов донести информацию, потому что, конечно, в первый момент возникло недопонимание. Я надеюсь, что сейчас инвесторам станет чуть более понятно, да, что произошло. Вот. И, соответственно, никаких панических настроений не будет. Ну да, мы с вами сейчас постарались ответить на все самые популярные вопросы. Постаралась я их собрать и разъяснить вот эту новую схему работы, схему торгов с иностранными акциями. Спасибо, Роман. С нами на связи был Роман Гуринов, генеральный директор СПБ биржи. Обсуждали мы блокировку.